Два квиточки у кіно. Оголошу трошки пізніше, бо зараз хочу познайомити вас зі своїм гостем, літератором-публіцистом Веля Штилвелд у прямому ефірі на радіо «Ностальжі». Веля, доброго вам ранку. Навзаєм доброго ранку. Я, знаєте, друзі, спілкуюся з Веля російською, тому ми будемо російською зараз говорити. Але хочу запитати перед тим, Веля, чи є шанс, що ми з вами зустрінемося і будемо українською там спілкуватися? То не тільки шанс, а й реальність. Суто, як вчитель інформатики у Чорнобильській школі я викладав виключно українською мовою останні роки. Це було надто важко, коли тільки переходили на українську мову, тож термінологія. Але потім вже і самі дівчата, і хлопці, котрі приїхали з Чорнобильської зони, допомагали. У них там своя говірка, там є свій суржик, це ж 12-те сторіччя, і там є така, наприклад, відчутується буква «У» сур'ї. Серйозно, це саме наш Чорнобиль. Коли кажуть у Києві серйозно, то Запоріжжя, котре пішло з Полісся. Я якраз про це хотів задати одне з питань вам. У мене була на ефірі Таня Стус, і я таку аналогію привів. Українська мова стоїть перед прірвами. Кілька прірв перед нею. Прірва суржику, прірва такої літературної фарсейської мови, приглаженої, причесаної, прірва діалектів, яких є багато все ж таки в Україні, і прірва такої от російськомовності. Двомовності. Яку із прірв ви скачете, Веля? Час від часу. Я дивуюся тим людям, котрі вважають, що вони двомовні. Не існує у літературі двомовності як такової. Людина має спілкуватися інтелігентно на тій мові, на котрій розмовляє більшість людей у цій кімнаті. То вибачайте, тому що у нас страна двуязична, і якщо я бачу людей, які говорять на українському, я не маю права їх ігнорувати. Но з другої сторони, якщо перейти к тому, як пишуть ребята, от пишуть он на русском, потім хлоп, я напишу на українському. Да мені ж воспитали, да я ж не напишеш. Или чоловік, який живе і прекрасно общається, комуніцирується на українському языке, на потрясающем, я хожу і кожне утро здоров с одной и той же женщины, которая продает колбасу и сыр. Лучше ее никто не говорит на украинском языке. Я иду слушать. Я иду кушать, покупать, я иду слушать украинский язык. А это был один из следующих вопросов. Где вы встречаете в Киеве украинский? Ну, вы уже на него, собственно, и ответили. А почему его так мало? Почему вот локации такие маленькие? Почему вы в театр ходите за украинским? Вы знаете, в последнее время я не то что пресыщен театром, а просто он стал не по карманным действиям. Это первое. Второе, я скорее пойду на русский спектакль, потому что он мне более будет эмоционалить. Мне же надо ответные коды ставить свои. Не обижайтесь, ребята, говорящие на украинском. Но когда я вижу красивый украинский язык, когда это не язык ганьба, это особый суржик, состоящий из трех слов, это двух молотков, которыми разбивают памятники Ленина. Да, их надо было сносить, но не так ужасно, как это сделали в Киеве. Не так грозно, не так воинственно, не с таким диким окриком для всех остальных. Вот и ночувайтесь. Что я должен ночуваться? Я 5 поколений ночуваюсь. Я живу в этом городе. У меня в Бабьем Яру 35 человек, родственников погибло. За кілька хвилин вийдемо в ефір. Зараз зробимо невеличку перерву, бо мушу гостя напоїти кавою з дороги і оголосити переможця. А для того, щоб переможця, який отримає 2 квитки в кіно, мені ще треба 3 хвилинки часу. У прямому ефірі на радіо «Ностальжі» Веля Штилвелд та Борю Данкович. Говоримо, ну, просто спілкуємося. Веля, чому саме дата 7 листопада стала такою знаковою для нашої зустрічі? Чому ви вибрали саме її з такого представленого вибору? Чому саме 7 листопада?
Вы знаете, мне очень было радостно и потешно то, что мы 99-ю годовщину Октябрьского переворота встречаем уже с иронией, как говорил Карл Маркс, последняя стадия всемирной исторической процесса есть его комедия, «Финита ля комедия». В этой комедии помнятся только демонстрации на Крещатике и помнится разделительная полоса. Меня обычно приглашали как дружинника стоять в этой полосе. Нам всегда давали какие-то фляжечки, к ним трубочки, мы посасывали горячительный напиток, потому что надо было стоять 3-4 часа. Слева и справа вокруг нас шли демонстранты. Когда последние проходили, мы вслед за ними уходили. Потом встречались где-то, садились на лавочку и допивали то, что мы не выпили в наружке. Так было не 5 или 6 лет. Но вы знаете, самое последнее, что скажу, разделительная полоса так и осталась. А вот вы скажите, вы думаете, комедия действительно заканчивается? Или все-таки Великий Октябрь, он продолжается, пусть даже не под своими знаменами, а под другими знаменами, но он все-таки еще весь не выбит, дурь из головы не выбита? Я более чем соглашусь. Изучая исторически Библию, Тору, ну пусть скажем, ну любым другим назовите Коран, кто чего изучает, ну, в итоге то мы приходим к какой мысли? Евреев пленили 70 лет, и 40 лет водил их Моисей. Вот этот хвостик 40 лет, он всегда идет после 70 рабских лет. И сколько бы вы ни взяли эволюции государственности, которые происходили за последние 6 тысяч лет на Земле, а вот сейчас нашли Атлантиду около Кубы, там уже 10 тысяч лет на Земле, и всегда было 70 плюс 40, 70 плюс 40. Мы попали в свои 40 лет. Вы думаете, что нам еще осталось 11 лет, а тогда можно будет встретиться снова и поговорить об этом, да? Я полагаю, что к 31-му году будет совершенно другая картина и в Украине, и, как ни странно, в России. Я даже предполагаю, что там это будет конфедерация каких-то губернских республик к этому идет, и это будет совсем другая страна, и мы будем строить по-другому отношения. И Европа поменяется, а мы примем где-то статус такой, как который имеет сегодня Франция. Я сейчас вам открою секрет. Хотел вас пригласить 1 ноября на свой день рождения. И хотел с вами поговорить о юморе. О юморе, о одесском юморе и киевском юморе. И чем они отличаются. Поэтому, ну, забыли про 1 ноября. Да можем и про 7 тоже забыть. Да. Веля, вот вы представитель киевского такого, можно сказать, прослойки киевских интеллигентов, которые еще не разучились шутить. Вот. И прекрасно знаете разницу между одесским и киевским юмором. Я хочу, чтобы вы нашим слушателям немножко об этом рассказали. А может, этой разницы нету? Нет, пожалуй, разница существует. Всегда, это естественно, должны быть носители юмора. Люди, которые попадали в Одессу, они более живым характером. Это были люди, которые приходили на рынок, это люди, которые приходили где-то окопаться, вырваться из зоны оседлости, им там удавалось легче. А Киев, он был более прагматический город, он всегда держал в шорах, хотя и тут всегда возникали всякие, как говорят евреи, захеры, и удавалось иногда вырваться не только купцам второй гильдии первой, когда они отдавали 5000 русских денег царских для того, чтобы закомпенсировать себя в городе Киеве и начать тут жить постоянно. А остальным приходилось приходить и уходить, приходить и уходить. Поэтому в Киеве возникло 4 еврейских театра, которые назывались как угодно. Говорили, что они то французские, то немецкие. И там эти труппы создавали какой-то особый мирок. И этот мирок разросся в некое такое чуть отстраненное наблюдение киевской жизни. Если Одесса, она изнутри бурлит юмором, то Киев чуть отстраненно говорит о себе. Смотрит как бы со стороны. Да, вот я сейчас увижу, ой, что вы говорите, что вы говорите, и вы тоже, Бог, образ мой. У нас телефонный звоночек, алло, вы в эфире. Здравствуйте, днем календаря. Да, поздравляем и вас взаимно. Да, Сергей инакше мыслящий. И про что вы зараз мыслите, Сергею? Да, вопрос первый, два вопроса. Почему коммунистическая идея СССР была атеистична? Вопрос второй. Пометаете моральный кодекс строителя коммунизма? Где, так сказать, божьи заповеди в лапках? От каждого по труду,
каждому по потребности. Да-да-да. Человек, человеку, труп, товарищ, прав. В чем второй вопрос? А какой, в общем-то, моральный кодекс строителя капитализма в Украине? Ну, вы попали не на строителей капитализма, поэтому я не знаю. Ну, Вилли, я думаю, вы справитесь. Да. И с тем вопросом. Ну, пожалуй, в нынешнем мире, который мы сейчас, видите, все больше и больше называем миром клептократических элит, мы уже не называем их ни так, ни сяк, а конкретно называет народ их клептократическими элитами воровскими, тут для людей, которые придут в этот мир и попытаются его менять, весьма важно снова возвратиться к религиям и тем статусам, которые предписаны моральными кодексами трех основных религий. Православие, мусульманство, иудаизма, да и многие другие религии. Я вот с удовольствием изучаю, получаю большое удовольствие чисто духовно от изучения буддизма. Он немножко старше всех представленных религий на полтысячи лет. А суть одна и та же. Люди всегда стремились к каким-то равновесиям, балансам. И очень важно помнить, что в любом обществе должен быть всегда нижний и верхний зажим. Не материальный, о котором сейчас пытаются все время говорить наши руководители. Спасибо им, что они немножко подумали о верхнем зажиме. А моральный. Что называют общество моральным? Где нижний зажим падает? Где планка? Видите? Вспомнили. Говорите, планка упала. Вот где падает у людей планка? Когда человек начинает бычиться? Когда он хочет дать в рожу рядом стоящему в троллейбусе? Вот там оно, вот там ваш кодекс капитализма. Он не поменялся. Я сегодня ехал с Троещины на радиостанцию на Стайджи, стояли люди в 192-м микробусе, стояли как биороботы, которые едут на работу. Порядка трех микробусов в одном. Читали на мобилках, переживал каждый свой, но стояли тихо, проявляя высочайшую толерантность, терпимость друг к другу. Вот що таке Київ. Нам так не вистачає всьогоденні живого голосу натхнення. Автору цієї смски я віддаю два квиточки у кіно на фільм про кінець світу. І маю надію, що живий голос Веля Штилвілда і живий голос Велі, не шуршіть папірцями, і живий голос Борі Данковича буде вас ще радувати до 10-ї години. Трошки мультиків на радіо Ностальжі, а тоді повернемось до розмови. Три хвилинки до наступного блоку реклами. Веля, ви перша людина у цій студії, яка не захоплюється видом з вікна. І навіть ви мені сказали, Боря, як ти не боїшся смотреть туди і що, і відкривати так? Ну, розкажіть про простір. Як людина сприймає простір? Як ви сприймаєте київський простір? Чи лишився в Києві київський дух? Чи він десь ховається в якихось закапелках? Чи я просто дивлюся з дуже, дуже з якоїсь мілкої підзорної труби? Ні, все, звісно, ми будемо підніматися все вище і вище, будуть підніматися всякі здання, но саме противне, що іноді в цих підняттях будуть якісь прогалини. Наприклад, коли в'їжджаєш на Троєщину, там стоїть 8 недостроєних башен. Круглих, да? Таких? Круглих, які ніколи, видимо, не достроїть, горсовету до них ділять нет, а киевлянам от этого больно. А рядом с ними, вы знаете, даже чувствуется инфраструктура. Вот там, где поднялись эти башни, вот в вашем микрорайоне, в котором мы находимся, прежде называлась улица Щерса, а теперь называется... Коновальца. Коновальца. Удивительно высокие здания и удивительно органически вписанные в киевские пагорбы. Так будет всегда. Киевские архитекторы, они очень изощренно тонкие и более яркие, чем, извините меня, при всей любви, чем харьковские со своими столами ничего не хотят сделать. Это вы сейчас действительно правду говорите или издеваетесь? Не, я правду говорю. Я приехал в Харьков, я чуть не заплакал. Там такая удивительная ландшафтная архитектура, там такие столы. Я вспомнил все итальянские города, которые где когда видал. Я понимаю, насколько мы отстаем в мышлении именно в человеческом, в осознании вот этих наших пространственных возможностей. У нас удивительные возможности, у нас холмистая местность, у нас можно делать все, что угодно. Трошечки рекламы на радио Ностальжи, все ж таки, можливо, її забагато, але це добре. Я вважаю, що це добре.
Реклама. Літератор, публіцист, блогер Веля Штилвелд у прямому ефірі Радіо Ностальжі. Біля мікрофону Боря Данкович задає запитання. Гуляємо по темам, як хочемо. Велі, чому така невдячна рід занять? Чому література, чому публіцистика? На цьому ж не заробиш, на цьому навіть зараз не станеш знаменитим. Дело не в знаменитости, дело в предрасположенности. Каждый человек, он для чего-то рождается. У кого-то в запасе слова, у кого-то в запасе поступки. Кто-то рукатый мужик, кто-то художник, кто-то от рождения видит звезды. Понимаете? И предназначение или предрасположение? Предрасположение. Вот то, что говорят, некая генная инженерия, которую построили не какие-то новые инженеры, которым это кажется, что так легко, а построила история наша. Мы такие биороботы, люди. Ну, вы знаете, не столько биороботы, но если я скажу, что я из рода, в котором есть два брата Коневских, Леня и Шура, оба уже люди достаточно пожилые, один живет в Москве, второй тоже в Москве, оба приписаны в Израиле, оба из Киева, приписаны, потому что они по паспортам являются граждане Израиля. Но один писал всю жизнь репризы «Тарапуньки и Штепселю», это Александр Коневский, которому 80 лет, второй Леонид Коневский, вы все время видите его расследование, это практически мои троюродные дяди. Род наш всегда занимался литературой. Так устроились наши гены. И ничего с этим сделать нельзя. То же самое и по польской моей линии. Моя бабка, полячка, графиня, умудрялась писать стихи до глубокой старости, до последнего дня. Конечно, это были цветистые, вяленькие такие, почти старушечьи стишки, но она их писала. Веля, смотрите, хочу тогда и спросить у вас диагноз себе. Я был и геологом, и мясником, и был актером, был кочегаром, истопником. Сейчас немножко подрабатываю радиоведущим. Какой диагноз генный вы мне поставили? Это мутагенность. Да, то есть рано или... Да, некая мутагенность, но рано или поздно она должна оформиться в то, что Аркадий Райкин называл авоськой, то есть некой сеткой сплетенной, в которую брали советские граждане, раз мы вспоминаем Советский Союз и его праздничный. Нет, да, мы не вспоминаем. Это получилось. Мы пинаем. Пинаем. Ну, нехорошие были времена, но были авоськи. Мы по-доброму пинаем иногда. Но были авоськи, и в эти авоськи что-то можно было положить. Так вот, вы все свое когда-то однажды сложите в одну большую авоську, она окажется вашей жизнью, и вы сами, когда будете брать эту авоську за ручки, подумайте, а куда ее применить. Возможно, эту авоську одни ставят, в конце концов, где-то в дальний угол, она пылится, а другие... идут и находят чужие подметки и говорят, ой, я из этих подметок сделаю себе копейку. И делают. Хорошо, тогда еще один диагноз, но не для меня, не для живого человека, а для живого организма. Потому что культура, я считаю, это живой организм. Українська культура. Який поставити діагноз їй від Велі Штилвілда? Вы знаете, она настолько многообразная, очень много на поверхности местечковости, ляповости, грубости, и столько внутри богатых красок, вот эта колобаня, в которой варится настоящая литература украинская, настоящий театр, она как бы вот этими местечковыми придавлена, выжата в ноль, а нуля не получается. Там такая сила отдачи, там такой может быть сильный пласт. Хотите увидеть настоящую украинскую культуру? Не ходите никуда, кроме дома кино. Но именно на просмотры. Посмотрите на глаза этих талантливых молодых украинских ребят и девчонок, которые сидят и жадно впитывают себя. Вот они. А как они говорят? Там не каркают, там говорят. Там дышат украинским. Вот это оно. Но его очень мало. Оно, знаете, как слой, который не хотят нынешние властители жизни признавать, что именно вот на это надо ставить. И они как по старой схеме ставят на каких-то исполнителей, каких-то винтиков, которые всегда будут винтиками, которым некогда и негде было взять эти украинские коды глубины, с
соразмерности с той историей, которую дала Украина миру. О каких кодах вы говорите? Вы не первый раз повторяете. Киевский код, украинский код. Вы знаете, когда я слышу, человек говорит очень мягко, очень тонко, знаете, это тоже слалом какой-то проехать вот по языку, обминая какие-то крайние слова, какой-то грубый новояз, а дающий какой-то исканный внутренний голос украинского народа, это сразу чувствуется, это не надо рассказывать. Если я почему не говорю на украинском? Одна из причин, потому что я еврей, я каркаю. А раз я каркаю, мне неприятно. Самому неприятно, не звучу. Мне надо было изначально быть в украиноязычной среде, и у меня бы это карканье, наверное, бы прошло. А так я буду каркать, поэтому вибачайте, буду спілкуватися. Почувствовали, да? Виключ на російську мову, щоб не давити на уши тем, хто привик благозвучності язика. Не, ну я поэтому і предложил, Вілі, давайте ми не будемо мучити друг друга, а поговорим так, як ми обычно з вами вдвоем, когда разговариваем. Да, но многие агрессивные представители украинских, скажем, местечковых радикалов предлагают немедленно всем перейти на украинский язык. Это неправильно. А вот как было бы правильно и как было бы мудро поступить в этом? Ну, пожалуй, язык – это любовь. Это, знаете, к любви приходит, это химия жизни должна привести к языку. Язык, который 25 лет каркал ганьба, к такой любви не обязывает. Но, тем не менее, я вот смотрю, все рабочие районы города, все спальные районы говорят на русском, на умягченном русском языке. И только люди приезжие говорят на украинском, потому что так у нас случилось, что урбанизм не всегда соразмеряется с украинским языком, потому что в урбанизм только сейчас появляются украинские магазинчики, украинские кафе, украинские лид-студии, украинские художественные салончики. Вот когда этого будет много и будет без всякого, извиняйте, примусу, то человек рано или поздно будет гордиться тем, что он в какой-то такой кузюминке живет жизни, в которой наиболее кузюмистое – это что-то украинское, сочное. А когда даже вышиванки сегодня, которые в день вышиванки выходят люди, сделаны по китайским лекалам и пошиты китайскими мастерами, когда бандуры продаются китайские… Ну, а знаете ли вы, сколько стоит украинская вышиванка? Это бешеные сумасшедшие деньги. Ну, меня больше всего потрясает не сколько она стоит, поскольку мне, пенсионеру, об этом не хочется вообще говорить. Да и вообще я никогда не одену вышиванку, вы меня поймите правильно. Я не чувствую себя в вышиванке. Это не значит, что я не патриот Украины. А вот когда я вижу язык вышиванки, когда я вижу сделанную во Львове вышиванку, вышитую белой по белым, это такой высочайший приток энергии, что люди... Представляете, белое по белому вышивать. Да, это, видел я. Это высший шик. И хотя для глаза это почти незаметно, но это такая пунктуализация души, когда на тонких пальчиках, на пуантах поднимается душа. Тот, кто увидал глазами, он даже еще не понял, что это, но он почувствовал, что это Украина. Вели, вот вы говорите, вы пенсионер, а выглядите очень молодо. Как вам это удается? Ну, я преподавал 10 лет в Чернобыльской школе, у меня своя... А, у вас аура. Да, у меня своя авоська всяческих дел. Я был инженером, я был ГСМщиком, кем же я... электромонтером, снова инженером, лектором общества знания. Начинал читать о динозаврах, кончал читать о Стаханове, это все о том же... В Советском Союзе. А не читать о Стаханове было нельзя. Путевки посылали на те мероприятия, платили, за которые надо было говорить. Вот. А говорить надо было за советскую власть. Так что в этом плане было все нормально. За кілька хвилин повернемось до ефіру. Ось так у прямому ефірі Радіо Ностальжі зустрічаються два фізики, які маскуються під ліриків.
Реклама. Надзвичайно цікава розмова у нас з Велі. І ми ж не замовкаємо, коли ефір зупиняється, ну, для прямий ефір, і коли виходить пісня. А продовжуємо спілкуватися, і відкриваються нові-нові теми. І я вже, ну, не те, що забуваю, про що ми говорили, але хочеться говорити про щось нове. Велі, я знаю один фільм, за який я би дав Оскара, в якому ви знімалися. Називається «Зубчатые колеса». Фільм Бориса Марковського. Це був єдиний ваш досвід у кіно, у такому от, ну, псевдодокументально-художньому, я б сказав, але саме в цьому фільмі є київський дух, надзвичайний. Безспорно, это фільм формата арт-хаус, і в этом форматі работает київський, но теперь он уже немецкий, издатель и режиссер Борис Марковський. Удивительно, но его брат живет все еще в Киеве, он живет в Германии, а в Киеве бывает по 5-6 месяцев в году, и это удивительный человек. А фильм действительно был опыт собрать старые, ну, знаете, не Воронью Слободу, а старые кадры того Киева, который жил, развивал город в 70-е, 80-е. Борису это удалось, и я захотел сыграть роль такого швейцара, который дожил до 21 века со своими мишигаз в голове, который что-то помнит. Он помнит еще свою прабабушку, которую содержал. Все персонажи в этом фильме немножко похожи на городских сумасшедших. Бесспорно. Есть вот это вот... Ну, ведь без этого невозможно это в жизни. Это психотип. Люди сходят с ума от одиночества, от тоски о прошлом, от ностальгии, в котором мире, в котором прежде им казалось, они могли состояться, даже если они не состоялись. Но состоялись их друзья, состоялись их ощущения. Они четко знали, что придут сюда и выпьют чашечку кофе за 14 копеек. А если они говорили двойное, это так говорилось сграссировано, это так мощно. Им давали двойное на целые 28 копеек. Тройное им показывали дулю на... Нет такого формата. А вот сегодня нет формата 28 копеек. Сразу дули и вперед. Вы знаете, зато если исследовать сегодня кофейный Киев, это потрясающий Киев. У него сегодня все есть. Ну, в Киеве научились варить кофе? Таки да. Научились машины работать с кофе. Вы знаете, самая страшная потеря Евромайдана, который оплакивал весь старый Киев, вы не поверите, что? Это вот кофейня? Нет, там внутри была столовая профсоюзная, где профсоюзные лидеры наливали регулярно водку тем, кто шел на дешевые демонстрации, дорогую водку наливали. А рядом было маленькое кафе. Так в этом маленьком кафе, вот то, что я вам сейчас открою, там стояла кофемашина. Итальянская. Угу. Последняя итальянская кофемашина, которую Дом профсоюза перекупил у гостиницы то ли Крещатик, то ли Днепро. Не знаю уж, кого он достал. И эта кофемашина варила такой ядреный кофе, что когда сгорела она, плакал весь Киев, старый Киев. Мы потеряли все. Мы потеряли память о той кофейной культуре, которая была до вот этой культуры, которая сегодня образовалась снова. И вот, возвращаясь к фильму «Зубчатые колеса», вот я говорю, дух Киева, который, несомненно, там присутствует, возможен еще вот какой-то формат, в котором можно это показать? Может, это будет театральный, может, это публицистический? Где искать вот этот киевский дух в Киеве? Вы понимаете, тут очень важно научиться не путать две вещи. Дух города и ностальгия о духе города. Я поэтому хочу разделить мухи и котлеты. Молодая публика, молодая поросль может создать свой дух города. Любой круг интеллектуалов может создать свой эргрегор города. И у кого-то это будет, например, несущий по старым улицам какого-то
змея воздушного, 5-6 пацанов, с ними какой-то чудак, где-то 19 лет, который тащит их через все эти улицы и ищет поток поднимающий. Где-то будет эта совершенно плачущая девушка на какой-то простой битве, где-то будет еще совершенно неожиданный какой-то... ну вот давайте мизансцена. Я иду в станцию метро Майдан Независимости вечером, лежат в ряд два субъекта нашей независимой жизни. Бомж, свернувшийся калачиком, и рядышком с ним собака, свернувшаяся калачиком. Вы знаете, все облизываются, все хотят сфотографировать. Но вот как у евреев не принято сфотографировать людей, которые кушают, так не принято у киевлян свои язвы сфотографировать. Понимаете? А вот взять бы эту язву, да сделать не трагедией, а тонким каким-то нюансом города, который уже не замечает, насколько он погряз сам в себе. Но это нельзя, это табу. Ни один киевлянин не сфотографирует этого, потому что морально ему не только больно, но недопустимо это фотографировать. Я облизываюсь и прохожу мимо. У нас остался маленький шанс услышать еще в этом часе выпуск рекламы, и сразу же вернемся к нашему разговору. 99-та річниця жовтневого перевороту, і в студії прямого ефіру Радіо Ностальжі Веля Штилвєлд, публіцист, літератор, блогер, а також Боря Данкович, ведучий програми «Один вдома». Веля, знаєте, за роль у фільмі «Зубчаті колеса» я дав би вам звання народного артиста, але зважаючи на те, що відбувається в Україні декомунізація, як ви ставитесь до звань, до нагород, до тої мішури? Я вважаю, що це мішурою, це ярмарка марнославства. Чи, можливо, я не правий? Я хочу сказати, що я в цьому відношенні американець, український американець. Я дуже уважаю уміння американської нації благодарить за каждый поступок своих сограждан. Пожарных, врачей, учителей, просто прохожих, которые что-то сделали для, достойное для копилки нации. Вы понимаете, среди многих уехавших на Запад, в Америку, были аниши. Это особые немцы, которые никогда не хотели воевать. Уж так у них получилось и по крови, и по духу. Они привезли с собой культуру дубовой досточки, на которой металлическое было накладыш, и на нем было всегда написано, кто за что, что получил. Это стало мировым трендом. Сегодня это бренд награждает за любые достояния так. Потом есть система орденов, а потом и так далее и тому подобное. У нас очень плохая, очень отвратительная традиция украинской в кавычках интеллигенции, ну, говорит на украинском, но пишет что-то по-украински, но думает он еще как местечковый какой-то товарищ, он никак не поймет, что он уже живет в государстве Украина, он отказывается от медали, не тот ему дал, не так ему преподнесли, он отказывается от премии, он отказывается от того, что мальчишки сегодня кровью поливают каждую медаль. Но вы считаете, что это необходимо принимать награду от государства, даже если вот... Это не обсуждаем момент. Я жалею, что прожив 63 года в государстве, я кроме пионерских своих наград никогда в этой стране, как человек, который всегда выступал за разнополитническое общество, никогда не получил ни одной наградки. Но дали бы мне, я бы ей гордился до последнего дня. И так бы поступил любой человек, который выпахал на эту государственность. В телефонном разговоре вы сказали фразу, которую я запомнил. Прими эту награду. Нету у страны сейчас других наград. Нет. Нет у страны сейчас других наград. Она дает сегодня медальки крайне такие, скажем, натянуто. И иногда они совсем выглядят непрезентабельно. И иногда даже народного героя медаль и звезда, то есть это тризуб, выглядит совершенно более достойно, чем делает государство. Но надо понимать, что это наше государство. Вели, не волнуйтесь. У меня еще к вам один вопрос. Я его задам, и ответ наши слушатели уже не услышат, но могут найти ваш блог в интернете и там найти на него ответ. У нас, к сожалению, время программы закончилось. Я хотел спросить вот о чем. Верховная Рада, почему она не начала декоммунизацию себя? Почему они себя называют верховными? Что это такое? Не отвечайте. Ответите, где можно вас найти в сети? Скажите нашим слушателям, чтобы они крайне интересно, крайне грамотно и
и исторически подкованного человека могли найти в сети и посмотреть, о чем вы пишете и как вы пишете? Ну, во-первых, это одно из приложений Google, это блог, называется Агитпром 2014. Вот как раз все у нас тут. Агитпром. Агитпром 2014, а далее чисто блоговские приморочки. Точечка blogspot.com. Что ж, я благодарю вас. Благодарю вас за беседу, за сегодняшнюю. Спасибо, что вы поднялись так рано и приехали на эфир. Дай вам Бог здоровья и долгих, счастливых литературных лет жизни. А также съемок в фильмах, встреч со слушателями, зрителями и также просто с вашими поклонниками. До свидания. До побачення.